Император, куда ты едешь? Мне надо так, чтобы меня не зарезал этот. Ну, хотя, ну, зарежет, ебрь, зарежет. Да там они анонимизированные статисты какие-то, не думаю, что он будет упариваться. Организированные. С повышенным восприятием. Ну, видишь, какие у них нашивки, крутые такие все статисты. Там гамнисты, сейчас посмотрим. Ага. 10 секунд еще, я не готов. Я его присветил, а он нет. Семерка, он смотрит. Вот, и он у меня, короче, первое время не включался просто после простоя. Ну, в некоторых случаях, точнее, иногда, но также хаотично. А потом начал вырубаться просто. Так, наши шмаляют. Я стою. А ты же не можешь засветить уже, да, там? Это вот твой только... Чарфутур. Ну, это мой засвет. А куда он едет? Вспомнил. И7 мой, СТРВК тоже мой. Шкода моя. Уже. Мне бы это... Вот эта куча вся моя. Ты говно. Ой, а ну-ка, ну, будет счастье, смотрим. Как на, он? 1080. Как он, блин, так... А, это Чарфутур, что ли, светил? Не знаю, кто светил. А я думал, что я. 263, короче, стоит... Да ладно, я ж переехал. Он два раза просто по мне рандомно попадает без засвета. Такой... Чтоб знал. Погоди, а он с кем во взводе? 8 секунд у меня. Статисты, блин, анонимизированные. Чё за бред? Там еще и Шкода. И седьмой твой был? Нет, видимо нет. Ну блин, этот евро меня достал. Играть не будет. Он и будет мотаться, он так будет откатывать. Миш, шарахни, пожалуйста, вот сюда в куст, там 263 стоит. Да господи. Наш супорицу. Просто два рандомных выстрела, причем он первый раз попал по мне, я переехал. На другую сторону. И он еще один рандомный выстрел кидает, баран, попадает опять. Да. Ну он просто упорант. На 600. Два раза по 600. Не уходи. Я теперь выходить боюсь даже. Так, ну... Это Ебр какой-то... приедет сюда. Без засвета, конечно. Он просто в меня упоролся, да, ну... а 97-й зацелил что постоянно, за... пока ты меня пробивал. Подожди, у них одна ЛТ? Сколько? Да. А где он, Евор? А, ну тут Евор где-то просто внизу катается. Чёрт. Ну смотри, он приедет арту вырезать, потому что имеет это, смысл большой имеет. Да, что-то Ебр у них не думал. Блин, у них, я не понимаю, у них что, сегодня вечер блайндов, что ли? Я не светился ни разу еще за весь бой. И по мне просто три рандомных блайнда в разных местах прилетают. Причем, блин, вот последний был от арты в такое место, я не знаю. Ему повезло, что он попал-то туда, в принципе. Дец. А, вон оно где говно это. Это ты о ком? Да вон Ебар. Ну, так он всегда где-то там был. Он даже не стеснялся. Я думал, убьет. Вот император у нас умер, нехорошо.
У них три, вот три арты, вот это нехорошо. Как заехало. Нехер стоять под стрелой. Блин, я не знаю, я выехать куда-то боюсь. По мне просто блайндами херачит отовсюду. Третья смесь. Серег, смотри, вот ебр вот так раз и заедет. Нам это не надо. А я что, я на один шот. И что? Не заедет там никто. Меня просто заебали, меня блайндами херачат постоянно. Как при том, что я не свечусь. В таких местах, где я не светился еще. Я не пойму, почему стерва идет. Ебр боится попалиться, наверное. Не может быть, чтобы ебр его не светил. Кого, стерва? Угу. Да светит, скорее всего. Хотя его хрен знает. Меня не светит. Он где-то либо вот в этой части... стоит, либо я не знаю уже. Он будет приезжать. А, он ушел, вот дурак. Блин, ему карту убить, ну, что-то погнался за евро. Блин, а могло быть вообще по красоте с этим и с седьмым? Я тут три дня подряд коня ишаком обзываю, и он вдруг попадать начал. На. Вот это с проджета причитается. Спас жизнь человеку. Даже напишу. Человеку спас, пусть только не напишет, гад. Ладно. То не удивлен, блин, вообще. Только двигаться начал. Ничего, застрелят мне тут. Куда ты поехал, гад? Куда свет идти? Ладно. Просто пиздишься. Ну-ка, там он стоит? Нет. Сюда не достаю. А, он здесь. Кто, ебр? Да-да, он сюда съехал. Я думаю, откуда он светил? Смотри, чтобы тебя не чпокнули на ровном месте. Так, он поднялся наверх опять. А вон. Иди сюда. Хорош. А где мне свет? В смысле? То есть он меня видел, а я его не видел, оказывается. Принять можно. Юра, это всегда дурной знак, ты же знаешь. Там, где дали, а в другом месте забрали. Где арта? Понял. Доберешь? Нет. Хотя там. А ну будет пробитие здесь или нет? Так, вот теперь ты иди сюда. На. Слушайте, что-то какой-то злой я сегодня. Или конь злой. Вон они, злые глаза, видите? Бубновый.
целую это я, потому что ни хрена не работает. И... Стою тут в кустиках. Зараза, дайте свет. Короче, все злые. Конь злой, шаг злой. Конь как почувствовал, что я ему весь экипаж переделаю. Ну, прощай, бачат, извини. Чпоньк. Да не-не-не, не так. Вот так. Хорош. Сергей Хачарашвили. Конечно, в топку. А куда его еще, артовода? Оля, привет. Твоему любимчику императору всю третью отметку херячим. Мастера записали. Император, как ты мог умереть в этом бою первым? Четыре четыреста и две семьсот. Что там бедный 263-й? На 874 настрадался.